Графики отключения воды, термин ремонтных работ и запрошение на субботники. Мобильный додаток «Мой город 115 Бел» отрымает новые функции. Покуль виртуальный диспетчер працует в пилотном режиме. Корыстальники программы могут поведомить коммунальным службам о проблеме и подмацевать поведомление фото с дымком. После апгрейда мобильный додаток почне сам нагадывать корыстальникам термины проведения у доме ремонтных работ. Мобильное приложение для каждого потребителя, оно бесплатное, то есть можно будет его скачать на смартфон, в котором будут все сообщения приходить моментально, то есть какая-то информация о какой-то проводимых мероприятиях, о плановых отключениях, предположим, там, горячего водоснабжения, чтобы человеку не надо было куда-то еще звонить, то есть информация к нему сама придет, ту, которой он нуждается. Усе коммунальные поведомления будут дотычиться непосредственно того дома, где живе уладальник телефона. Перед корыстанием программы треба пройти регистрацию и назвать свой адрес. Новую версию мобильного додатка планируют запустить на початку осени.